Стоит ли Пашу представлять? Я думаю, что Паша выступает на эту... Второй человек есть, который... Так много? Вот. Паша тоже, как и Виталик, наверное, даже больше серийный спикер, как у Heads, выступает очень много, рассказывает нам безумно интересные, сложные штуки. Сейчас Паша software engineer, malware researcher. В общем, все умные тайны, которые можете придумать, это Паша. Вот как Чак Норрис нашего времени. Вот в компании MacPo. И сегодня Паша расскажет о инструментах работы с исходным кодом. Бурные аплодисменты. Большое спасибо за представление. На самом деле, пользуясь моментом, никогда не вводите рутовые пароли никаким инсталлером. Это просто офф-топ для того, чтобы вы немного расслабились. Сегодня мы поговорим... Да, Виталик, извини. Я тебе скажу, нормальные приложения заработают без пароля. И потом попросят, если сильно надо. А малварки наставят тебе кучу всего. Ладно, давайте потом повторим, потом будут вопросы задать. Не-не-не, все потом. Клиент на Mac просит. Но он заработает, если ты ему не разрешишь это. Он потом тебя опять спросит. Вот. И в суппорте тебе скажут, видите, короче, пароль. Ладно, это все в топик. Да, сегодня мы поговорим про... Source code и работу с source code, и про тулзы, которые работают с source code. Вот, и мы будем использовать source code как input. Посмотрим, что есть на текущий момент в наших возможностях. Что есть, что можно написать, что можно придумать, и что уже было придумано за нас, и куда вообще не соваться. Вот. Когда возникает проблема с source code? Вообще, когда мы пишем маленькие проекты, вот даже я долго писал... кучу аутсорса. Source code — это вот просто source code. Ты его написал, задеплоил, отдал куда-то там в store и, в принципе, всегда этим заниматься. Рефакторинг с помощью source тулзов — такой спорный момент. Скорее всего, когда вам нужна интеграция и какая-то такая здоровая интеграция всего кода на какую-нибудь новую платформу, то вам здесь придется что-то дописывать. Ну или нанять кучу джуниоров, пусть руками это делают. Error detection — это то, что вы всегда используете по умолчанию, если вы ставите SwiftLint, если не ставите, то поставите. Это на самом деле на текущий момент одна из самых нормальных тулзов, которая смотрит, что вы не так написали. Ну и обфускация — это такой момент, не знаю, App Store, например, на текущий момент не разрешает делать обфускацию. Поправьте меня, если я не прав, но какие-то части кусков можно обфусцировать, чтобы никто вас не разобрал, не понял, как вы делаете тот или иной алгоритм. Я что-то выключил. Я нажал, оно сломалось. Вот, соответственно, CodeStyle. С CodeStyle такая история. У нас была большая проблема на проекте. У нас в pull-реквестах все время обсуждали CodeStyle. Вот все время, вот много было pull-реквестов, ты приходишь, и там 500 комментов потом по поводу того, что пробелы неправильно поставили. Думаешь, господи. Опять пробелы. Мы на самом деле частично это решили тем, что мы поставили тулзу, которая автоматически просто форматирует вам код. И все. Вот хочешь — живи с этим. Хочешь какие-то кастомные правила, хочешь, чтобы оно под твой стиль работало, ты должен это сделать так, чтобы тулза отформатировала код таким образом, чтобы тебе было удобно. И сразу все обсуждения source кода, звездочку поставьте там себе в уме, когда я говорю, все обсуждение ушло на нет. Все, к сожалению, ушло на нет. На самом деле, только для Objective-C-шного кода, потому что на текущий момент для свифтового кода нормального форматора мы до сих пор не нашли. Но если мы его найдем, то мы его заставим автоматически форматировать. Вот. Так что в следующий раз, если у вас будет такая проблема, вы будете работать на большом проекте, имейте это в виду. Вот. Документация даже вот рядом. Вы знаете, что если нужна документация, пожалуйста, не делайте руками. Есть уже как минимум две нормальных тулзы. Это Jazzy. Вот, и еще парочка интересных, которых не буду указывать. Если нужно, не делайте руками. Ну, или делайте. Если вам платят, можете делать. Да, рефакторинг. Из-за того, что в Xcode на самом деле плохой очень рефакторинг, есть куча тулзов, которые пытаются как-то эту дырку закрыть. И, по моему личному мнению, почему не работает DDD в Xcode, потому что вот эта вот фаза рефакторинга, она там где-то вот, ее нету просто. Последний Xcode, слава богу, научился хоть как-то делать ренеймы, и там хоть как-то можно часть назвать это рефакторингом.
На самом деле, по сравнению с тем, что было, это очень супер круто. Вот, кодогенерацию, которую все уже упоминали, есть много моментов, особенно для Swift, когда у нас нет рантайма, нам нужно генерировать кучу кода, который мы будем использовать. Из-за того, что мы не можем в рантайме понять какой-то тип, мы используем сорсери. Там кого-то что-то очень хорошо. Вот. Ну и SwiftLint понятно, опускация понятно, processing source. Это про то, как вообще работают все тулзы, которые процессят вот эти source. Берем source, превращаем в какую-то внутреннюю презентацию, берем эту презентацию и правила, и получаем какой-то результат. То есть, в общем, все тулзы, которые как-то обрабатывают source-код, они будут вот примерно вот по такому работать. То есть source у нас понятно, у нас Swift или Objective-C. Надеюсь, в большинстве случаев это будет Swift, очень редко Objective-C. Кто знает, какой большой стартап на Objective-C работает, я вам подскажу, это Snapchat. Вот, у них большая проблема, что они не могут попасть в... Ну, они превышают лимит по сантиметрам, короче, они вынуждены писать на Objective-C, потому что Swift с собой тянет слишком много метров. Вот, destination. Что мы хотим получить от этих source-генераторов? Здесь зависит от вас. Часто мы хотим получить, если это документация, документацию, если это просто какая-то аналитика, количество файлов, количество эроров, если это source generation, как sourcery, то мы хотим еще больше source получить. Вариант с рефакторингом, и мы из source получаем source. Вот, это все, что я говорю. Можно картинки, да, можно картинки нагенерить. Я в свое время писал какой-то анализатор, который строил граф зависимости в проекте. Мне до сих пор топ-10 Java-разработчиков, короче, в Киеве. Ну, то есть, такое. И до сих пор некоторые рекрутеры считают, что я JavaScript-разработчик. Я тебе серьезно говорю, мне стучатся, говорят, почему? Давайте к нам на JavaScript, потому что проект на JavaScript относится. Вот, давайте разберемся, как это внутри работает и какие варианты internal representation есть, когда мы используем эти тулзы. Самый про... Сейчас, секунду. Вот, да. То есть про внутреннее представление. То есть каждая тулза, когда ваш код парсит, она в какой-то вид его преобразует, и с этим преобразованным кодом работаем. Тут зависит, в зависимости от тулзы, это может быть разное. Это может быть AST, это может просто быть строки, это может быть что-то самописное. Вот как-то его обрабатывает. Для того, чтобы обрабатывать это как-то кастомизировать, обычно есть правила какие-то, как оно должно работать. И тут уже зависит опять же от тулзы. Либо это статические правила, вот это для Source, по-моему, правила, или для SwiftLint. Для SwiftLint правила, то есть вы кучу всего описываете, эта тулза берет, преобразовывает ваш Source в свое представление, берет эти правила, как-то комбинирует, делает кучу магии и вываливает вам кучу аутпута. Вот. И теперь посмотрим, какие вообще вот в принципе, основываясь на том всем, что я сказал, какие бывают тулзы. Вот есть тулзы regex-based, которые обрабатывают ваш код. Это то, что вы просыпаетесь, думаете, мне нужно обработать тысячу файлов. Сначала я попробую это все переименованием в Xcode сделать. Потом, когда у вас они заходят, вы говорите, давайте я сейчас regex-ом это все сделаю. Потом у вас появляются две проблемы. Вот. И внутреннее состояние вот этого всего, это internal representation, вот это сокращение, это там строки, да, то есть вы всегда работаете со строками. У вас нет понимания, какие там типы это, или модули, или классы, или структуры, у вас все строки. Вы можете накатить на это очень много какой-то дополнительной логики, но это будет велосипед. Вот. Есть на самом деле комбинированное решение, когда частично как-то строится AST, а все, что мы получили, что когда мы знаем, что это функция, уже внутри мы используем regex. Вот. Есть Custom Parser Solutions. Почему Custom Parsers? Это тулзы, которые пытаются распарсить код, свифтовый или Objective-C-шный, но они это делают не методами самого свифта, они пишут свой собственный парсер. То есть они берут, сами сидят, нанимают программиста, берут какой-нибудь, кто там занимается, антлеры, пытаются распарсить ваш код, генерируют какую-то структуру, которая им удобна, и с ней работают. Плюс накатывают на это все правила, и оно работает до следующей версии свифта, например. Вот. Или до какого-то минорного или мажорного апдейта, а потом отвалится.
Но тем не менее, оно, это имеет право на жизнь. Насколько я знаю, обкод тоже строит свою какую-то презентацию, и он не использует то, что предлагает Swift из коробки. Не использует чейн свифта. Вот. Соответственно, у них свои какие-то там abstract syntax. Кто знает, что такое AST? Ой, хорошо, я расскажу тогда. Я тут так рассказываю, AST, AST. И вот, я чуть-чуть позже к этому вернусь. Пока запомните это слово. Вот. Ну и, соответственно, в Swift сейчас появились очень много решений, которые основаны на source-kit-based solution. Соответственно, эти решения используют то, что предоставляет вам toolchain Swift. В частности, SourceKit. SourceKit — это такая здоровая-здоровая библиотека. Чуть подробнее расскажу, но суть в том, что эта библиотека сразу, вы даете на вход ей какой-то файл или кусок файла, и она за вас осуществляет парсинг, отдает вам всю информацию, которая вам нужна в каком-то плюс-минус документированном виде. Раньше было не документировано, сейчас у них есть прям в open source конкретные части документированные, конкретные до сих пор нет. Обычно это JSON, выплевывает такое здоровое полотно JSON на несколько мегабайт по вашему одному файлу. Вы с этим разбираетесь. Вот. Соответственно, используют они SourceKit библиотеку. И плюсом является то, что это всегда самый последний, эта библиотека учитывает самое последнее изменение самого языка. Выходит Swift 4.1, под него выпускается SourceKit, который поддерживает 4.1. Вплоть каждая бета, каждый новый апдейт Swift включает SourceKit, который работает с этим Swift. Вот, теперь давайте разберемся, что такое SourceKit. Это SourceKit is. Кто видел вот такое вот, очень давно были вот такие вот сообщения от Xcode, когда падает SourceKit сервис? Или вот вы старички, а новички уже не видели, да? В общем, суть была такая, что Apple в какой-то момент, когда выпускали Swift, они, кстати, это еще достаточно новое сообщение. Как было? Когда выпустили Swift, SourceKit библиотека была впилена прямо в Xcode. Если что-то шло не так, SourceKit библиотека кидала exception, и Xcode закрывался. Вот, это была версия Swift 1.1 сколько-то там. Ну, то есть это было очень печально, все очень ругались на Swift, все были очень фрустрированы. В следующей версии Xcode Apple выпустили SourceKit Daemon, который был отдельным процессом, и Xcode постоянно ему отсылал какие-то запросы, а этот сервис ему отвечал. То есть фактически Xcode говорил, а что находится по такому-то... Вот тебе source код, что находится вот в этом месте, на этой строке, в этом рейнже чарактеров. И сервис должен был ответить, там находится identifier, для подсветки в основном используется. И не только. Вот, соответственно, если он падал, то, соответственно, подсветка сразу ломалась, вся индексация ломалась, вы никуда не могли ходить, про ренейминг я вообще молчу. В общем, Xcode переставал понимать, он становился просто текстовым редактором. Не редактором Swift, не IDE, а просто текстовый редактор. Просто вбивайте код и пишите как по памяти. Как и сейчас. Да. Вот, как и сейчас, расскажу. Это на самом деле хорошая история, скоро так не будет. Да, ну да. Скоро так не будет, будет совсем по-другому. Вот, да, на самом деле это SourceKit сервис, но внутри у него есть SourceKit. Все очень печально. Так что вот, SourceKit это библиотека, которая фактически предоставляет вам возможность написать свое собственное IDE, если вы будете правильные запросы в нее кидать. SourceKit библиотека, она поставляется вместе с toolchain. То есть вы когда ставите Xcode, там ставится toolchain Swift, и фактически, когда вы делаете запрос к этой библиотеке, там используется тот же самый компилятор, которым вы будете компилировать что-то в вашем Xcode. То есть это всегда up-to-date. Это не происходит как-то там отдельным сервисом доставится. Вот у вас есть toolchain, и там есть SourceKit. И там есть SourceKit, который работает через XPC. Все. Как только поставили вот ваши не команды, а не deals. В общем, как только вы Xcode поставили, у вас это все будет. И SourceKit на текущий момент поддерживает только Swift. Наверное, слава богу, что они сконцентрировались только на Swift. Но часть, вот этот, они написали так, но на самом деле они чуть-чуть поддерживают только даже Objective. Изначально SourceKit не был документирован вообще, изначально Apple делали это приватным. Как только они сделали Swift open source, SourceKit стал тоже open source, и теперь все могут посмотреть, как это все работает.
Тем не менее, документация идет на два шага позади всего этого. Что-то документировано, а что-то, ну, посмотрите, вот у вас есть open source, разберитесь, как оно работает. Так вот, это основные запросы, которые вы можете отдать SourceKit'у, если вы пишете свой крутой редактор для Swift'а. То есть это код completion вы можете запросить, информацию о том, что находится на текущей строке, mangling, demangling, кто работал с крышами в Swift'е, то знает, что такое, что свифтовые функции после компиляции выглядят, слабо говоря, нелегко читаемо. Вот, соответственно, этот же сервис используется для того, чтобы получить информацию о документации. То есть вы говорите, хочу документацию для вот этого метода. Он вам выплевывает, дай бог памяти, он, по-моему, выплевывает вам чуть ли не HTML, который вы можете сразу тут же отрендерить. То есть вы можете написать свою мини-программу, но использовать вот этот запрос и сделать типа редактор Swift'а. Лучше Xcode. Наверное. Соответственно, эта же библиотека используется source, когда вы генерируете интерфейс модуля, это фактически Xcode шлет запрос в библиотеку, она ему говорит, вот так вот оно выглядит. Поэтому иногда, когда вы пытаетесь сгенерировать интерфейс, у вас все подвисает. Потому что это не Xcode висит, а SourceKit висит, ему очень сложно. Вот, и эта же библиотека отвечает за индексирование. То есть ему вот эта рабочая лошадка Xcode. Без этой рабочей лошадки Xcode. Вот текстовый редактор, вот текст-эдит, все, без этого сервиса Xcode превращается в текст-эдит. Вот, на самом деле, почти все запросы, кроме индексирования, не требуют параметров компиляции. Для запросов на индексирование вы должны еще кучу дополнительных информации отдать, как этот файл компилировался, с какими флагами, какие дополнительные файлы, какие-то пути. В общем, это очень сложно. То есть индексирование вы из коробки в своем редакторе не сделаете. Вот. Соответственно, как к этому можно достучаться? Из коробки Apple предоставляет C-шный интерфейс и питоновский интерфейс. Питоновский. Причем есть вариант, это вам встроить в приложение, как раньше было в Xcode. Если ломается SourceKit, то ломается ваше приложение. Либо через XPC вы можете стучаться, называется SourceKit D. Вот, типа, который демон. И есть неофициальная написан на Swift, называется SourceKitten. Это фреймворк, написан на Swift для работы с SourceKit. Все очень сложно. Тем не менее. SourceKitten. Так как многие Swift-разработчики не хотят линяться или, не знаю, или не комильфо, а работать с другими языками программирования, человек, Джон, не буду врать, не помню его фамилию, но у него очень много проектов этому посвященных. Он написал обвертку на Swift для работы с SourceKit. Теперь вам для того, чтобы понять, что вы написали, как обработать ваш свифтовый код, можно использовать SourceKit. Это намного удобнее, чем напрямую общаться с SourceKit. Да, все правильно. Потому что общение с SourceKit, вы отправляете ему маленький JSON, а он вываливает вам 10 метров JSON-а в ответ. И вы пытаетесь его распарсить. SourceKit занимается всем этим парсингом и дает вам уже типизированные ответы. Вы хоть как-то понимаете, что с этим можно сделать. Вот, соответственно, у него есть command line util, когда вы просто можете это подсмотреть, как это вообще работает. Это есть фреймворк, который можете у себя сделать для своего текстового редактора. И он написан в written in Swift. То есть он написан на Swift, то есть вы можете подсмотреть. Очень прикольный код. Теперь, зная все это и зная, используя эту библиотеку, уже написанный SourceKit, SwiftLint, который вы используете. Кто использует SwiftLint? Молодцы. Кто не использует, используйте SwiftLint. Вот, потому что SwiftLint использует SourceKit, а SourceKit использует SwiftLint для того, чтобы подсвечивать свой собственный код. Это очень прикольно. Вот, Jazzy — это библиотека, которая опять же использует SourceKitten для того, чтобы генерировать документацию. Sorcery вы все знаете, ну кто не знает, так, генерация темплейтов для Swift, она опять же использует SourceKitten, информацию, которую берет SourceKitten. Куку, генерация моков для Swift, не знаю в каком состоянии, на последний момент была вроде нормальная, но я в жизни никогда ее не запустил в продакшене. Вот, ну еще куча-куча всяких интересных.
Вот, это интересный факт, про который он сказал, про то, что SourceKitten использует SwiftKlint, который базируется на SourceKitten, в общем-то, циклическая зависимость. Вот, очень прикольно было это увидеть. А теперь, по поводу, прежде чем мы перейдем к LibSyntax, если вы вдруг когда-нибудь попытаетесь у SourceKitten забрать информацию, вы поймете, что у вас выдается AST. AST — это Abstract Syntax Tree. То есть фактически это все структурные элементы языка, которые вот у вас в коде присутствуют. Выглядит примерно вот так вот. То есть вы пишете вот return 1, а он говорит, ну, здесь начался expression, в этом expression есть какой-то под expression, ну, и такое дерево вам строится. Вот это вот вкратце AST, и это реальное AST для return 1. Ну, так это вот. Но в SourceKitten нету информации о пробелах, нету информации о white space. Он вот отдает вам чисто техническую информацию о том, что это с точки зрения языка. И поэтому, если вы вдруг пишете какой-то форматор, то вам придется выдирать куски, где они находятся, и как-то потом дополнительно форматировать. То есть у вас нету информации о том, что было в коде до того, как вы начали с ним работать, где расставлены переносы строк и прочее. Вот. В LibSyntax же наоборот. LibSyntax — это библиотека отдельная, она идет опять же с тулчейном Swift. И вот сейчас она занимается тем, что она направлена на то, чтобы работать с source-кодом и форматировать его, но не поддавать информацию о типах, скажем так. То есть она не решает задачу типов. Она вам скажет, что это валидный код, вот здесь вот идентифайер, вот здесь вот функция, вот здесь вот параметр, здесь там let и еще тут такой guard, но она не будет проверять типы. За счет этого они пытаются уйти, разгрузить SourceKit и оставить LibSyntax так, чтобы он занимался чисто синтаксисом, а все остальное ушло через SourceKit. Опять же, вот так вот вы можете получить для... Написав вот этот очень большой return 1, вы получите вот такую очень большую информацию. В этой информации в LibSyntaxis'е вы получите информацию о том, где у вас стоят пробелы, где у вас переносы строк. И это очень удобно для того, для тех задач, когда вам нужно просто работать с кодом, форматировать его, переименовывать, либо просто посмотреть, что вы там написали. Вот. Это LibSyntax, он очень легко ставится. И он работает именно с синтаксисом и позволяет вам писать правила, которые не учитывают типы в языке, что не очень удобно, но тем не менее для каких-то задач работает. Вот примерно вот так вот вы можете, это, по-моему, рабочий пример в лайве, где вы можете посмотреть, как компилятор видит ваш код. То есть он вот так вот слева пишет код, а он вываливает AST того, что вы написали. Вот. Теперь, LibSyntax и SourceKit. Законный вопрос. Есть SwiftLint, который сейчас использует SourceKit. И вот тут выходит библиотека LibSyntax. И вопрос такой, почему вы не используете LibSyntax? У него же вроде бы он направлен на то, чтобы работать с сорцами Swift. Оказывается, что если работать напрямую, то LibSyntax работает где-то в 20 раз медленнее, чем SourceKit. Вот, это было на момент 2018 года конец. Сейчас все идет к тому, что у нас будет две библиотеки. Отдельно для синтаксиса и отдельно будет для работы с индексированием и со структурой кода. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. У нас перестанет валиться синтаксис кода, когда упало индексирование, что часто происходит. Вот. На этом я пока закончу. Если есть вопросы какие-то страшные, вот пока вы думаете, я вам расскажу, что на SourceKit'е можно написать, на LibSyntaxis'е можно написать тулзу, которая отформатирует ваш код в виде сердечка, например. Ну и это будет валидный код. Работает очень легко, вы просто пишете rewriter. Перед вопросами давайте громко вашим паузам. И у кого вопрос? Вот от кого я не ожидал вопроса? У меня вопросы есть, потому что
Я просто, когда работал с Пашей, и я Android-разработчик, у меня есть замечательная IDE, которая называется Android Studio. Очень хорошо, я вам скажу, работает. А Xcode работает немножко хуже. И поэтому, как ты думаешь, Паш, вот все эти библиотеки, они помогут как-нибудь от кода стать лучше, или это неправильно? Все эти библиотеки, по моему мнению, и потому, как ведет себя обкод и JetBrains в частности, не помогут обкоду, потому что у обкода, у JetBrains свой парсер, и у него свой блэкджек, и у него все свое. Они не используют тулчейн свифта, но может в какой-то момент кто-то придет, какой-нибудь менеджер и скажет, пора использовать libsyntax, но в том состоянии, когда его проще использовать, чем наше самописное решение. Но пока я, потому что вижу, нет, не будет. Спасибо. Еще вопросы? Все сильно понятно? Все сильно непонятно. Непонятно, да. Спасибо за доклад. Я хотел спросить такой более практичный, на какие из этих технологий упомянутых фреймворка, или тулзов ты используешь в своем проекте? Хорошо. Я использую SwiftLint. Причем мы используем SwiftLint, это проверка, скажем, качества кода, да? Линтинг, скажем так, да? А вот вы можете наругать за то, что вы используете Forcecast и какие-нибудь слишком сложный код пишете. Вот SwiftLint на must have, а в SwiftLint... Последнее, что мы добавили и используем из SwiftLint, там есть возможность автокоррекции. То есть если у вас где-то там лишние пробелы стоят или лишние переносы строк, и SwiftLint может это пофиксить, есть смысл это пофиксить сразу, а не ждать, пока к вам придет это на pull-review, на pull-request. Вот. А Jazzy мы использовали не на этом проекте, это генерация документации. Что еще из этих? Libsyntax, я пишу свои проверки для, опять же, для кода. То есть мы смотрим на то, как форматирован код, и ищем какие-то закономерности, и ищем проблемы в нашем коде. Большая кодобаза, мы ищем проблемы этой тузы. То есть фактически разворачиваем if и заменяем гардами. То есть вот какого-то такого плана. Я понял, спасибо. Там вопрос есть. Паша, спасибо за доклад. Вопрос. В какой момент, как билд-фаза в Xcode или на CI? Потому что, расскажу, почему спрашиваю такую штуку. Выпилили SwiftLint, потому что плюс, 10-15 секунд на билду. Это прям долго было. Поэтому решили выносить на CI. Как и где вы? Где у нас используется SwiftLint? Где у вас статический анализатор кода? У нас абсолютно реверс. У нас SwiftLint на локальных тачках, а на CI он отсутствует. Потому что на CI на него все равно никто не смотрит. Ну, мы не настроили, да? И даже если он будет на CI, это уже слишком поздно. Ну, для нас, на нашем конкретном примере, да? Но зато мы отключили статический анализатор и включаем его только on demand, там, раз в месяц перед релизом. Потому что у нас он тормозил все билды, и локальные, и на CI. Просто тот, который статический анализатор. Да, просто тот, который статический анализатор, который у нас был почему-то включен, мы включили, и все начало летать. Понятно, что мы пропускаем какие-то вещи, но мы их обязуемся смотреть перед релизом. Например, вещи. Ну, статический анализатор включаешь, и он говорит, что тебе неправильно. Не-не, я понимаю, но тот, который... То есть просто SwiftLint... SwiftLint у нас работает постоянно на всех тачках. У нас zero warning policy. То есть если у тебя есть какие-то warning, то привет. Тебя никто не пропустит. Паша, пользуясь случаем, я свой вопрос задам. Хорошо. Если Zero Warning Policy, то зачем коррекция с SwiftLint? Зачем коррекция? Да, ты запускаешь, ты получаешь warning, ты с warning все равно не запушишь, то есть ты обязан его пофиксить. Это называется interruption. У тебя есть flow interruption, да? То есть если ты запускаешь, у тебя этот билд относительно долго, там несколько секунд, да? Mm-hmm. И ты после этого получаешь какой-то warning, который тебе нужно пофиксить,
Хотя он может быть автоматически пофикшен. Мы считаем, что пусть он лучше будет автоматически пофикшен, ты его даже не увидишь, у тебя не будет этого interruption, что пойди еще там, бери пробелы и доставь пробелы. Если SwiftLint может, мы ему разрешаем. В Objective-C мы вообще разрешаем форматировать код. Мы даже, ты видишь какую-то билиберду, кучу пробелов, как тебе удобно, в репозитории идет этот форматированный код. И второй вопрос. Ты говорил про то, что SwiftLint использует SourceKitten. Есть ли сейчас какие-то интерфейсы именно у SwiftLint для того, чтобы работать с правилами на уровне именно на уровне SourceKitten? То есть либо тебе нужно расширять правила, пересобирая SwiftLint. То есть подгружаются ли, модифицируются ли они динамически? Потому что ну, там ты можешь создать кастомные правила на regexpr, это ну, просто анализ стол. Хорошо, и рассказываю, как работать с SwiftLint. SwiftLint запускает SourceKitten, генерирует, получает информацию о том, какая у тебя структура этого файла, где функции, где переменные, где что-то еще. На уровне expression он не отпускается. То есть он не знает, что если у вас if там большой expression, он найдет if, что в середине, он не будет знать. То есть этой информации не отдается SourceKitten. Она может отдаваться, но это будет прям гигабайтное, короче, дерево AST. Вот. И поэтому там используется вот это вот миксованное решение, когда вот находит if, а что в if, он там уже пытается регексом как-то понять. Вот. Поэтому нет. Ответ нет. Ты можешь очень легко, реально очень легко форкнуть и дописать, но придется разбираться, какие там есть элементы, как выглядит AST. Проще уже, если ты таким хочешь заниматься, брать libsyntax. Окей, спасибо. Еще одна. Да, у меня такой вопрос. А вот в SwiftLint вы командой решаете как рулы писать, да? То есть вы сами типа решаете, что написать, либо берете best practice, либо дефолтную, то есть SwiftLint-овую просто взяете и не дизайнили вообще ничего. Ну, то есть... по договоренности, хорошо, спасибо за вопрос. По договоренностям были, ну, я пришел на проект, уже был SwiftLint. Если какие-то вопросы тебя не устраивают, ты можешь поднять этот вопрос и согласиться с этим. А кто потом фиксит вот эти все ворнинги, которые, то есть тот, кто предложил? Zero policy? Ну, дело в том, что если что-то будет новое, то ты тут решаешь. Ты хочешь это, тебе придется фиксить. Да. Вот когда мы автоформатировали Objective-C-шный код, это было очень больно на самом деле. Мы потратили где-то неделю для того, чтобы перевести весь код в автоформатированный и отдебажить все вещи, которые нам не нравятся. Опять же, это было, скажем так, это наше совместное решение. Вот, кто-то, понятно, топит, а кому-то все равно. И вот тот, кто топит, отвечает за то, чтобы там не было ворнингов, и стучать по голове тем, кто их коммитит. Короче, грубо говоря, у вас база знаний наработана, и вы с ней типа уже работаете. Это, знаешь, это было историческое решение, и о нем не задумываются и не пересматривают очень часто. Окей, ребят, еще вопросы? Копипасту через SwiftLint. Копипасту через SwiftLint. Хороший вопрос. Нет, SwiftLint, наверное, не будет таким заниматься, хотя потенциально может. Ему просто он очень долго начнет все сканить. Вот. И опять же, есть другие решения, которые копипасту решают. Они, наверное, не заведутся сейчас. Короче, я не видел, они этим не занимаются, они туда, по-моему, не смотрят. Возможно, ну я честно говоря, сейчас бы на коленке написал какой-нибудь CI, но фактически разобрать его на AST, посмотреть, что AST совпадает. Есть решение на Java, которое когда-то было. Сейчас, наверное, оно тоже заведется. Я когда-то писал на коленке. Но в автомате нет и не будет в ближайшее время. Окей. Пожалуйста. Подскажи, пожалуйста, ты один из слайдов был в диспорте по поводу indentation, а потом было по поводу SwiftLint, что он может нечто поправить, там, какие-то пробельчики. Если он это не может делать, вы об этом спорите, или есть какая-то сторонняя, ну, или есть что-то другое, что может пофиксить эту штуку? Мы не спорим, но, опять же, есть конкретные вещи, на которые мы договорились закрывать глаза. Да, то есть у нас недостаточно жесткие правила, когда ты там не можешь дополнительный пробел или перенос строки
Есть какие-то прям прибитые гвоздями правила, которые ты должен соблюдать. Вот, они есть. А есть какие-то, в которых ты можешь плюс-минус ошибиться. Если SwiftLint не может тебя автоматически поправить, ну, тебя кто-то следит, кому это важно, он тебя дернет. Вот. Но в любом случае ты это увидишь, если SwiftLint дернет тебе warning, это твоя обязанность его пофиксить. SwiftDisable прокатывает, на pull реквестах тебя спросят, почему здесь SwiftDisable. Например, у нас вложенная структура ограничена, и иногда, когда сильно надо, мы там ставим SwiftDisable. Да, да. Ну, там все на pull реквестах, все вскроется, там все понятно. Спасибо за доклад. Такой вопрос, когда запускается SwiftLint Autocorrection? Мы его запускаем перед тем, как проверять его на... Фактически у нас SwiftLint выглядит как? Обычно SwiftLint выглядит «проверь мне все код», да? Наш SwiftLint фаза выглядит автокоррекция и линт. То есть у нас две фазы проходят. И фактически у тебя ворнинги будут показаны только те, которые он сам не смог пофиксить. Спасибо. Да, Виталий, повторю. Сколько по времени занимает SwiftLint? Не больше 2 секунд. У нас Objective-C проект, у нас больше Objective-C есть. Если у тебя долго занимает, тебе нужно убить по этим самым. У нас то же самое. Или переписать на Objective-C. Или перепиши на Objective-C, отлично. Мы будем бить по модулям, потому что сейчас это очень долго каждый раз проверять. Все. Еще вопросы, ребят? Все. Тогда большое спасибо, Паша. Всем бухать. Да. В общем-то, как Паша говорит, всем бухать. У нас осталось официального времени 20 минут. Вот. Если кто-то задержится еще чуть-чуть, мы, я думаю, не будем ругаться. Поэтому...